почему многие взрослые родители бывают рады, когда у них появляются дети. Вроде бы не очень хорошо, когда у человека там 45 лет, он, значит, становится снова родителем, потому что, ну, как бы возрастная разница все-таки высокая там и так далее. Вот. Ребенку будет сколько-то, 20, мне будет 65 уже, ну, как бы. Значит, но просто вот в большем возрасте уже ты понимаешь, что ребенок – это то, что самоценно. То есть появление этого ребенка в твоей жизни, оно не есть надо, не есть способ решения каких-то даже, может быть, подсознательных каких-то задач. А это просто ценность. У меня есть мама, у меня есть сестра и у меня есть дочь. И я помню, я стою на кухне, вот, и я вижу, как все они втроем разговаривают. И вот в этот момент, ну, потому что сестра отдельно обычно, там, ну, так они встречаются, так что все. И вот как я вижу вдруг эту комбинацию, и вот как бы это три самых таких родных, близких человека, с каждым из которых свои отношения, там, свои истории, у них, как же у них у всех. Но вот ты вдруг раз и видишь вот этот такой цветник у себя. Вот мне кажется, что, ну, это такое счастье, которое другим способом не может быть получено. Это просто такое, не знаю, наверное, окситоцин у меня в этот момент выделилось столько, сколько его не может выделяться в других обстоятельствах. Вроде бы мелочь, но обладающая невероятной ценностью.